Иран также заменит Турцию и Испанию на рынке фруктов в Челябинской области. Соглашение об увеличении поставок на Южный Урал апельсинов, мандаринов и специй подписало региональное министерство сельского хозяйства. Это остановит попытки ввоза в регион санкционных продуктов, считают специалисты Россельхознадзора. На днях очередную партию фруктов они уничтожили на границе Челябинской области и Казахстана. Под бульдозер пошли 345 килограммов итальянских киви. 75 коробок с иностранными фруктами сотрудники таможни, пограничного управления и Россельхознадзора обнаружили в легковом автомобиле. Провести киви на территорию России попытался житель Казахстана. По упаковке и этикеткам специалисты определили, что фрукты выращены в Италии. Продукция этой страны запрещена к ввозу на территорию России и подлежит уничтожению. Это уже не первая утилизация нелегальных фруктов в области. В начале февраля раздавили полтонны испанских лимонов. А в конце 2015 года более 20 тонн яблок и груш из Италии, Германии, Польши и Бельгии. Напомним, продовольственное эмбарго введено в России в 2014 году в отношении продукции стран, которые ввели экономические санкции против страны. С августа 2015 года такая продукция, задержанная на российской границе, уничтожается.